Насколько тебе было обидно, что у тебя в итоге не получилось побиться с Джонни Хендриксом? Ведь еще со времен борьбы в колледже у вас тянется давний конфликт. Этот случай, когда он тебя укусил, поясни нам всю эту ситуацию. Если вы поинтересуетесь у Джонни, у него история будет совсем иная. Насчет таких дел у него есть внезапная амнезия. Мы в Омахе, это чемпионат Big 12 по борьбе 2005 года. История такая, я и Джонни были в финале на соревнованиях Big 12. В общем, эти соревнования даже поважнее, чем статус All-American. Так что победить на них в финале это очень большое дело. В общем, вот мы боремся в схватке. Я полез в тейкдаун, чтобы попытаться повалить его. В этот момент он не придумал ничего лучше, чем засунуть свои пальцы мне в рот. 2 или 3 пальца, где-то сантиметров на 5. И схватив меня так, он оттягивал мою голову. И тут же начал жаловаться, что я укусил его. Слушайте, ну может быть я его и укусил. Если тебе суют пальцы в рот, что ты будешь делать? Укусишь, конечно. Можно еще и по харе дать. Но естественно, они дали ему очко. Это изменило течение всей схватки, и это стоило мне титула чемпиона Big 12. И с тех времен я очень хочу засадить Джонни Хендриксу по его наглой харе. Также это стоило мне место на чемпионате по борьбе среди колледжей, где он победил, а я оказался в обломе. В общем, этим он обломал меня, причем не единожды. А что ты почувствовал, когда ваш бой отменили буквально за день до ивента? Буквально за несколько часов до взвешивания. И сейчас мы переходим к главной новости дня. У Джонни Хендрикса начались осложнения во время сгонки веса вчера. И, к сожалению, ему пришлось отказаться от выступления завтра в ко-мейн-ивенте. Насколько это обидно, при том, сколько времени ты мечтаешь избить его? Знаете, в какой-то момент времени я должен его простить. И если честно, я уже сделал это. Мой предыдущий оппонент был перед боем с перевесом в 5 кило. Не знаю, на мне порча что ли какая-то в этом плане. Да, Келвин Гастелум. Видимо, при виде меня их тут же тянет в KFC, и они не могут от этого отказаться. Взвешивание через час? Блин, надо похавать. Слушайте, я этого вообще не понимаю. Как профессиональные атлеты могут умудряться не делать вес? Это же не лото, где они достают бочонок. О, сегодня моя весовая 82 кило. Че это за хрень? Ваша весовая 77, и она не меняется. Слушайте, я сам не маленький, я вешу 90 кило, но я обязан делать вес, и я его делаю всегда.